Зима в этом году у нас была очень теплая. Ну и вот иду я вдоль тротуара, смотрю, тут, значит, на кустарнике распустились сережки. Листьев, конечно, зимой не было, но сережки уже были. Ну, я, конечно, очень сильно удивился, какие могут быть сережки зимой. И что дальше будет с деревом, погибнет или нет. Ну и вот смотрю, сейчас вот уже растут. Вот такая вот зависть. Это, судя по всему, лесной орех, или его еще называют фундук. Вот тоже висят. Да, вот она, сережка осталась. Вот такие вот сережки они висели ранней весной или в конце зимы. Эти, значит, вот эти вот сережки здесь вот на одном кустарнике они появились. И там вот дальше от меня тоже были несколько. Одно дерево справа от площадки, и деревья с левой стороны от площадки, точно такой же, значит, орех растет, потому что на этих деревьях были, тоже висели сережки. Сейчас я подошел, посмотрел, в самом деле, вот, пожалуйста. Эти как раз все деревья, они, наверное, тут все это орешник. Но орехи тут у нас люди не собирают, потому что слишком мало. А собирают у нас их здесь, как правило, белки. И те орехи, которые потом валяются на асфальте или где-нибудь в траве, в куст, на земле, те орехи, конечно, они уже либо пустые, либо какие-то там гнилые, либо поеденные. В общем, несъедобные. Вот, что тут еще интересного. Вот, значит, у нас тут крестьянин елочки рассаживает. Потом он макушки срезает и продает. И потом получается, там дальше опять побеги отрастают. Вот. С левой стороны видно, там две вершинки растут, потом дальше три вершинки, здесь одна, 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 здесь вот тоже две вершинки опять. Вот тоже с одного дерева растут три вершинки. Вот если посмотреть на ствол, то это один ствол. Потом он дальше раздваивается, а потом он дальше еще расстраивается. Вот это вот сейчас вот один ствол. И вот так вот он выглядит. А вверху три вершинки. Вот тоже две вершинки, здесь тоже три, одна, одна. Там вот дальше тоже две вершинки. Две вершинки с одного ствола, потому что этот крестьянин, он сначала берет елочку, отпиливает, кому какой надо, кому какой длинный. А ну вот тоже вот сейчас вот тут хорошо видно, вот там вот внизу сейчас один ствол. Там вот стоят тоже две вершинки. То есть этот крестьянин берет, отпиливает, сколько ему там надо, какой длины. А это, как это говорится, получается большой длинный пенек. И пенек он не спиливает, он его оставляет дальше расти. То есть он ему не мешает.
И пускай дальше растет. Может, еще там кто чего купит потом. Конец.